Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. На минувших выходных в Петербурге прошел полуфинальный этап Кубка России по волейболу. За единственную путевку в финальный раунд боролись 4 сильных команды. Хозяин турнира — питерский «Зенит», «Зенит Казань», АСК из Нижнего Новгорода и «Газпром Югра» из Сургута. Российская волейбольная лига на протяжении всего 21 века остается одной из сильнейших в мире, возможно, самой сильной из всех, по крайней мере, моментами. Даже сейчас, во время конфликтов и политических склок, российские волейбольные клубы подписывают лучших легионеров со всей планеты. Например, петербургский «Зенит» недавно пополнил американец Мэтью Андерсон, многолетний игрок сборной США, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира. Как раз в ходе этого полуфинального раунда он дебютировал в составе сине-бело-голубых. Андерсон ранее много лет играл в России, так что трибуны встретили его как родного. А в составе казанского «Зенита», например, выступил бельгиец Сэм Деру, который вернулся в Россию после сезона в Польше. Месяц назад он восстановился от тяжелой травмы и был счастлив вернуться в волейбольный квадрат. Сэм уже неплохо говорит по-русски и уж точно может сказать, что Казань выиграет Кубок России, почти без запинки. Хотя главными любимцами трибун остаются сильнейшие российские игроки, такие как Иван Яковлев или Максим Михайлов. Петербургский фанатский сектор – один из самых шумных и мощных в российской суперлиге. Его барабаны звучат на всех матчах, независимо от статуса и состава команды, а для каждого игрока есть личное приветствие при выходе на подачу. Кроме того, волейбол всегда был и остается семейным видом спорта. На трибунах очень много детей, а в командах постоянно попадаются волейбольные династии – отец-тренер, сын-диагональный, дочь-доигровщица и так далее, вплоть до внуков и правнуков. Поэтому атмосфера на трибунах спокойнее, чем в том же футболе. Семейная атмосфера. Недаром волейболисты очень часто женятся на волейболистках и по росту соответствия, и по духу. Российские, в частности петербургские зрители, могут наблюдать на волейбольной площадке сильнейших игроков мира. В футболе мы об этом можем только мечтать, за исключением чемпионата мира 2018 года. В хоккее, по крайней мере на данный момент, тоже. О баскетболе нечего и говорить. Сильнейшие игроки НБА рассматривают Европу только как место для туризма, или в лучшем случае командных шоу. Так что волейбол – особый случай. И при этом зрители могут увидеть суперзвезд совершенно бесплатно на различных мероприятиях и встречах с болельщиками. Петербургский «Зенит» обитает на двух площадках – на Сибур-арене и в Академии имени Вячеслава Платонова. По Сибуру все понятно. Мы уже рассказывали, что это одна из самых востребованных и удобных спортивных площадок России. Там волейбольное покрытие сменяется на татами в течение года, а потом на баскетбольный паркет или ковры для йоги и так далее весь сезон. Тогда как Академия Платонова на Вязовой улице Крестовского острова – совершенно другое дело. Это полностью волейбольное место. Невозможно представить, чтобы этот зал отдали под другие виды спорта, хотя, в принципе, это, конечно, возможно. Великий ленинградский тренер Вячеслав Платонов лично принимал участие в проектировании здания. Само собой, в коридорах Академии висят фотографии Платонова и с матча его команд, а на входе всех встречает бюст тренера в цветах. Однако не это главное. Важнейший памятник Платонову – сама Академия. Ее зал создан для волейбола. От освещения до акустики все точно выверено для любимой игры Платонова. Трибуны выставлены так, что с любой точки открывается удобный обзор. Совсем небольшое пространство, совершенно крошечное по сравнению с любым футбольным стадионом, вмещает все необходимое. Поэтому здесь регулярно тренируются сразу несколько сильных волейбольных команд, а также постоянно проходят товарищеские и выставочные турниры. Конечно, трибуны Академии невелики, да и в коридорах тысячам людей будет тесно, так что для матчей Суперлиги удобнее Сибур-арена. Однако для волейбольных фанатов именно это место – центр города, где каждый может прийти и проникнуться одним из самых петербургских видов спорта. We'll be right back.